Наши солдаты мелкие, они, посмотри, какие здоровые, да? Угу. Все, и передние, и последние. Снимается. Оркестр. Посеяли там, просто тут не очень. Ну, снимается все. Thank you.
известно. Замешкался, а тут дальше начал говорить, не дал перевести. Российский командир роты, вы не выдерживаете дистанцию между подразделениями. Я повторяю. После вашего прохождения вы должны подходить поближе к русской бригаде и между собой дистанцию сократить. Thank you.
кнопку. Кнопку нажми. Кнопку нажми, снимание. Я нажала, и идут цифры. А, да. Ой, перейти снимай. Окей. До Нюрнбергского процесса добрался аж. Нам приказал комбат. Остальные. Там еще два звука, но я один могу заменить. Хорошо, я просто я бегаю здесь, я не бегаю. Я не знаю. По местам! Быстро их посадить. Сейчас вот сразу начинаете активировать. Порядок? Занят. Колонна подъедет на весь.
одному, вот это тоже. Все уходят. Это не с ним. Продолжение следует...
Значит, здесь отсюда не будут выходить. Все и наши туда смотрят направо. Я поняла, почему они так. Чтобы не стоять спиной к стенке, чтобы здесь проходить. Туда все смотрят. Почему музыка траурная? Ну, памятник. Ван в бинок, даже... да. Да. Вон венок идет. Снимай, снимай венок. Надо ниже просто. Чуть-чуть ниже. Тогда будет. Вон венок идет. Вот, Саша, я там мог. Вытащи батарейку быстрее. Ну. Вон Ельцин идет. Пьяный. Нету больше венка. Вон венок. Я не вижу. Много-много, смотри.
символы. Почему они по оружию грязные? Ну, это так и оказалось. Мама, что это по оружию грязные? А что такое квир? Мам, что это грязные? Ну, потом, это, по телевизору потом замедлим, рассмотрим, где там они здесь. Ага, вот он идет. Кто? Кто идет? Едет, Борис Николаевич. Остановились что-то, да? Это дедушка? Да, да? Дедушка едет. Это Саша. Коль, это фамилия Саша. Вон Коль. Вообще прекрасно видно. Прям здесь. Вообще отлично видно. Смотри. Ой, я сейчас хорошо вообще рассмотрела их. А, вот, сейчас да. Лысина у него отсвечивает. А, вот Ельцин подошел ближе. Саша, Саша,
И так микрофон слабый. Все тут. Пойдем туда посмотрим. Все туда побежали.